В актовом зале «Беларусь-Калия» футбольный клуб «Шахтер» провел традиционную предсезонную встречу со своими болельщиками. В этом межсезонье команда существенно обновилась. Новые игроки появились на всех позициях – в защите и в нападении. Кроме представления новичков, на встрече преданные болельщики, интересующиеся всеми аспектами футбольной и околофутбольной жизни, смогли задать игрокам, тренерам и руководству «Шахтера» различные вопросы. К слову, в клубе было принято решение за самые интересные вопросы вручить подарки с символикой «Шахтера». Встреча получилась интересной и дружеской, ведь уже давно между командой и болельщиками установились товарищеские отношения. Сезон уже, в принципе, начался. Мы сыграли несколько игр на кубок. Не совсем, может, так удачно, так как нам хотелось, но это футбол, и, наверное, это одна из его особенностей, за что мы его любим, то, что практически никогда невозможно предсказать результат. Иногда он бывает плохим, иногда хорошим. Это нас огорчает, радует. То есть это дарит нам эмоции, пусть не всегда положительные, к сожалению. Но футбол, он такой, как он есть.